Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» напоминает о конкурсе на лучшие авторские путешествия «Почувствуй Россию». Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз – тур по стране от программы «Росмолодежи», в который можно будет отправиться в любое удобное время. Срок приема конкурсных заявок – до 17 июня. Победители объявят 8 июля. Номинации «Лучший туристский маршрут для семей с детьми», «Инклюзивный туристский маршрут», «Маршрут промышленного туризма», «Лучший маршрут сельского агротуризма», «Лучшее эко-путешествие», «Памятники зодчества», «Молодежный маршрут», «Маршрут активного долголетия». Администрация железнодорожного района напоминает, что госуслуги «Дом» – удобный инструмент для решения бытовых вопросов. Это приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. С его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн, передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные счета, отправлять заявки в управляющую компанию, изучать отчеты управляющей компании, на какие работы и сколько тратится средств, голосовать на собраниях собственников, если они организованы в электронном виде, следить за проведенными и запланированными работами пока по ремонту, а также узнать их стоимость и сроки. Департамент транспорта Самары напоминает, что сейчас в регионе проходит весенняя неделя добра 2024. Ежегодная добровольческая акция направлена на вовлечение молодежи в активную добровольческую деятельность, решение социально значимых проблем Самарской области. Приоритетными направлениями акции является оказание помощи ветеранам войн и семьям участников специальной военной операции, пожилым людям, экологическая деятельность, связанная с посадкой деревьев и уборкой домов и многое другое. Всех желающих приглашают принять участие в акции «Весенняя неделя добра».